Всем привет, друзья! Тема видео – продукты-помощники в борьбе с болезнями и старостью. Наше тело – идеальный приспособленный механизм для выживания в условиях дикой природы. Это значит, что теоретически мы способны вынести очень и очень многие сложности. Однако наши естественные защитные механизмы приходят в негодность, когда мы начинаем питаться неправильно. Обработанная пища, сахар и разнообразные добавки – именно в этом кроется причина ослабления иммунитета. Но переход на более здоровую пищу может изменить ситуацию к лучшему. Включение в рацион этих продуктов показало улучшение состояния здоровья даже у больных с тяжелыми заболеваниями сердца. Все дело в уникальных соединениях, которые, действуя на организм как мощные стимуляторы защитных функций, и в этих продуктах таких соединений больше всего. Фасоль. Фасоль является не только важным источником растительного белка, который необходим при повышенных нагрузках, но и несет в себе заряд минералов, которые нужны для здоровья костей, зубов и волос. Важно помнить, что самая полезная часть фасоли – ее оболочка, в которой концентрируются витамины, соединения и растворены минералы. Ягоды. Ягоды полны органических соединений, которые не встречаются нигде, кроме этих маленьких плодов. Это уникальное сочетание витаминов, которые имеют антиоксидантные свойства и способны трансформировать из желудка в мозг массу необходимых ему веществ. Красная капуста. Овощи семейства красноцветных содержат уникальное соединение, называемое сульфорафан. Оно имеет важное значение в предотвращении воспалительных процессов и образования раковых клеток. Сульфорафан есть в брокколи и цветной капусте, однако никто не сравнится по стоимости с обычной кочанной капустой. В ней содержится больше антиоксидантов, чем в чернике, однако речь идет прежде всего о сырой капусте. Зелень. Зеленые овощи и клетчатка в них – единственный способ уменьшить масштаб воспалительных процессов в организме. Постоянное употребление зелени в пищу способно снизить риск сердечных приступов и инсультов, способствовать выделению из организма излишков холестерина и нормализации веса. Грибы. Грибы настолько уникальны в своем белковом составе, что не имеют никаких аналогов. Прежде всего это касается аминокислот под названием эрготионеин, которых нет нигде кроме грибов. Незаменимая кислота способна нормализовать кровообращение и замедлить гибель клеток, фактически продлевая жизнь. Льняное семя. Семена льна традиционно используют как добавку к диете раковых больных. Активное вещество семян – лигнаны, которые найдены только в льне, а также в семенах тыквы и соевых бобах. Они способны предотвращать воспаление любого рода. Орехи. Нет на земле другого продукта, который был бы так настолько питателен и столько полезен в одно время. Грецкие орехи – эталонное хранилище антиоксидантов и омега-3 жирных кислот, которые помогают в борьбе против рака. Включение орехов в диету сокращает риски всех заболеваний вдвое, чем не повод начать есть их прямо сейчас. Куркума – естественный термогеник. Она способна повышать сопротивляемость организма болезнетворным микроорганизмам, а также содержит те самые супержиры, которые невероятно важны для метаболизма здорового человека. Цельное зерно. Люди, которые едят цельное зерно, живут значительно дольше тех, кто этого не делает. Это показывают многолетние наблюдения за самыми разными людьми. Во всех случаях цельное зерно, даже перемолотая в муку, представляет собой гораздо более полезный продукт, чем изделие из белой муки. Чай. Зеленый чай реально способен снижать кровяное давление и способствовать выводу вредного холестерина. Некоторые диетологи утверждают, что вы не только должны пить чай, но и есть его, выпивая чай вместе с заваркой. Друзья, крепкого вам здоровья и следите за своим организмом. Всем хорошего дня!